Приветики, друзья! С вами опять я, Галина Пчелка. Сегодня я покажу и расскажу, как самому сделать красивую брошь-цветок из шифона. Усаживайтесь поудобнее и поехали! Берем обрезки шифона, разглаживаем их, складываем в несколько слоев и нарезаем полосками приблизительно 6 сантиметров шириной. Нарезаем небольшие квадратики приблизительно 6 на 6, 6 на 4 и 4 на 4. Можно сделать самые маленькие из самого темного шифона, и тогда цветок получится интересней. Срезаем уголки квадратиков, округляем, зажигаем свечу или зажигалку и слегка приближаемся к пламени краем лепестка, заплавляем края. Пламени даже не касаемся. Температура рядом с пламенем такая, что прекрасно заплавляются края. Вот у нас получаются такие лепестки. Каждого лепесточка по 4 штуки. Потом берем иголку с ниткой и все сшиваем, формируя цветок. Сначала маленькие листики, они самые темные. Потом посветлее 4 складываем и пришиваем посерединке. А потом большие. В качестве серединки можно пришить 2 или 3 бусины или нашить бисером. Вот, цветок готов, но брошь еще нет. Надо взять застежку, либо такую, либо такую. Приблизительно 1,5 гривны она в магазине стоит. И пришить ее сзади. А вот теперь все. Надеюсь, вам понравилась наша брошь. Желаю вам удачи, красоты и радости. Желаю, чтобы у вас получились еще лучше разноцветные цветы. Ну что ж, пока-пока!